Подозрительный чемодан, который был обнаружен в жилом доме в центре города накануне вечером, поднял по тревоге спецслужбы окружной столицы. На место происшествия выехали 3 наряда скорой помощи, подразделение Росгвардии, 3 наряда ППС и машина пожарной части номер 1. Жильцы дома были эвакуированы. Операция по обезвреживанию подозрительного предмета заняла около часа. Звонок от жителя дома номер 23А по улице Ленина поступил в единую диспетчерскую спасательную службу около 21 часа. Звонивший сообщил об обнаружении во втором подъезде дома подозрительного предмета, который находился под лестницей на первом этаже второго подъезда дома. Поступил вызов пожарную охрану о том, что по адресу Ленина 23А лежит неопределенный, то есть объект, в общем, в виде чемодана. Чей чемодан был неопределен. На место происшествия выехали 3 наряда скорой помощи, подразделение Росгвардии, 3 наряда ППС и машина пожарной части номер 1. Сотрудники экстренных служб эвакуировали жильцов 1, 2 и 3 подъездов, в том числе женщину-инвалида-колясочника, которую поместили в машину скорой помощи. 3 человека спустили бабушку. А сколько лет бабушка? 80 лет. Сказали, что эвакуация, выходите и все. Одевайтесь, выходите. Что взяли с собой? Да ничего, сумку взяла, да и все. А документы, паспорт хоть успели? Здесь у меня. Всегда при себе. Сотрудники спецслужб при обезвреживании предмета действовали по специальной методике. На кадрах видно, что из подъезда чемодан вытаскивают за веревку. После проливка водой и, собственно, проверка подозрительного предмета. В 21:55 экстренные службы получили отбой. В чемодане находились женские вещи. Илья Сахаров, Мария Владимирова, Надежда Хабарова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».